Культура и искусство навстречу каждому. В рамках городской культурной программы в Парке Победы открылся летний концертный сезон под открытым небом. Я нарисую в пустоте свои мечты, детские. Для ветеранов Запорожья поют и танцуют детские творческие коллективы. Это первое выступление в этом парке не в рамках городских гуляний, а просто под открытым воздухом. Считают, проведение таких субботних встреч двух поколений станет традиционным. Парки служат для того, чтобы люди в них приходили с семьями, со своими детьми, внуками, отдыхали, общались. Нам этого так не хватает сегодня, простого человеческого общения. Мы должны взять на себя обязательство жить в этом парке, как у себя дома. Вы со мной согласны? Спасибо. Подобными мероприятиями, к тому же, должны занять досуг детей в период летних каникул. Начиная с 5 мая, работники библиотек, дворцов культуры, музыкальных школ и театров уже работают на площадках под открытым небом. В рамках программы «Культура и искусство навстречу каждому» такие концерты будут проходить до октября.